Добрый день, друзья! Рад вас приветствовать на странице нашего канала «Под небом голубым». И чтобы вам было проще понять, нужен ли наш канал в списке ваших подписок, мы немного расскажем о себе. Меня зовут Саша. Меня Юля. Нам по 30 лет. А еще у нас есть два кота. Точнее, кот и кошка. Но с ними мы вас познакомим чуть позже, в других роликах. На протяжении последних 4,5 лет мы живем в Московской области. И в течение всего этого времени мечтаем жить в своем собственном доме. Мысли и мечты о частных владениях привели нас летом 2017 года к окончательному решению. Необходимо приобрести дом в деревне и переехать жить в сельскую местность. Осенью 2017 года мы нашли дом и купили его вместе с участком земли. Так как будем переезжать нецелесообразно, мы решили здесь еще остаться до весны. Как вы уже поняли, это еще один канал о деревенской жизни. На его страницах мы не собираемся никого агитировать к переезду в деревню или учить жить. Скорее всего, чтобы привыкнуть к новой жизни, сами неоднократно спросим совет у вас. По большому счету будем просто показывать и рассказывать, что у нас получается, что не получается. О наших взлетах и падениях, о всем, что нас окружает, о наших мыслях, чувствах, исходя из нашего мировоззрения. Здесь, наверное, важно будет сказать, что мы стараемся строить нашу жизнь, исходя из православного вероучения. И даже считаем себя православной семьей. В итоге самим интересно посмотреть, что из этого всего получится. И годы спустя, открыв первое видео, посмотреть, как все начиналось. Вы с нами? Тогда подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. Всех обняли. Пока-пока. Что-то быстро, да? Когда не ржешь. Добрый день, друзья. Рад вас приветствовать. Где рады? Добрый день, друзья. Рады вас приветствовать на дранчинере. Добрый день, друзья. Рады вас приветствовать. Раш ваш. Добрый день, друзья. Рады вас приветствовать. Да где мы рады приветствовать? На странице нашего канала, Саш. Давайте мы немного расскажем о себе. Че? Ты так все что делаешь? Ты это не писал, не пиши. Чтобы вам было проще понять, нужен ли наш канал в вашем... Это сложно. Давай серьезно. Ой, блин. Смеркалось. Она все смеялась. Все, я расплакалась. Это выиграла. Стоп, да. Я не смотрел в камеру. Давай заново.